А вот и он. Мои извинения. Сам не люблю опозданий. Рад познакомиться. Спасибо, что пришли. Ты что, не подрочил перед встречей? Чё? Я не работаю с теми, у кого ствол заряжен. Хорош базарить. Пошли за пушками. Это другой уровень. У хозяина этого товара лужайка больше вашей долбанной страны. Жастин. Роскошно, как всегда. Только вроде чутка поправилась. Отвали. Зацените товар. Он заказывал не это. Черт, правда? Он заказывал М16. Это другая винтовка. Охренеть, я вам что, доставка пиццы, блин? Давай спокойнее. Оружие вам нужно или не нужно? А ну-ка, все успокоились, нахрен! Твою мать! Ну, понеслась! Мы хотим уйти с нашими деньгами. Ага. Уверен, вы, ребят, хотите уйти с оружием. Черт! Хватай чемодан! Что? Ты ж баба, в бабу стрелять не будут! Черт, виноват, виноват! Ах ты, говнюк! Засранцы, у вас снайпер! Так вот, как выглядят мозги в смятку. О, черт! Эй! Может, поговорим? Ну ты чего? Я забыл, за кого я! Отличная картонная броня. Это защита от инфекции. Черт! Блин! Немедленно говори, кто вас нанял! Это был... У тебя два варианта. Первый... Ты отвлекаешь, а я сваливаю. Чего? Второй. Ты мочишь всех этих ублюдков, а я сваливаю. Ты же хорошая девочка. Не все девочки хорошие.